Торжественная церемония начинается ровно в 17:00. Звучит гимн России. Спикер Самарской гордумы Галина Андреянова объявляет, главой города становится Олег Фурсов. По традиции он приносит присягу. Клянусь при осуществлении полномочий главы городского округа Самара уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, действовать в интересах населения городского округа Самара. От губернатора Николая Меркушкина вновь избранный глава Самары получает удостоверение и слова напутствия. Глава города, он обязан сделать все для того, чтобы интересы людей были превыше всего. Я уверен, что Олег Борисович будет руководствоваться только этими принципами вместе с депутатским корпусом. Это должность, в первую очередь, огромная ответственность. Я думаю, что работы будет много, работы будет интересной. Во имя того, чтобы Самара развивалась как можно быстрее. Спасибо за оказанное доверие. Избрание главы Самары – завершающий этап реформы местного самоуправления в регионе, цель которой – сделать власть ближе к народу. Именно поэтому, признаются члены конкурсной комиссии, они понимали, какое ответственное им предстоит принять решение. Мы с вами давно уже все знаем старинную мудрость. Каков поп, таков и приход. Поэтому нам сегодня, как комиссии, пришлось очень серьезно подумать, прежде чем окончательно определиться с кандидатурой главы города. В конце церемонии Олегу Фурсову подарили символическую трудовую книжку с записью от 13 октября сего года. Валерия Макарова, Станислав Левин, «События».